Скажите всем привет! Всем привет! Сегодня что у Миши? День рождения! Сколько Миша тебе исполнилось? 5! Ждешь подарки себе? Да! Сейчас принесем. Я буду открывать. Даже что посмотри. Это? Моя новая железная дорога. А еще вау, что? Там даже а есть в пакете, елочки. Миша. Для твоего домика, Кена. Класс. Не плачь, Даша, даже раскрывай. Даша, а тебе тоже подарочек достался, да? Здорово. Я наконец-таки. Наконец-таки, ура. Давай вот, открывай, доставай. У меня Миша и Даша. Тебе Миша и Даша попали? Да. Здорово. Это будет паровозик, где мы будем изучать с тобой циферки. Точнее, ты их знаешь? Просто будем повторять, да? Да, это получается, его. Это его первый Даша, вагончик главный, да? Давай вот смотри на картинку и также собирай, да. Миша, тоже можешь помочь. Вот тебе три. Это уже здесь. Два. Получилось, Даша? Надо. Паровозик у вас, Дашин, получился. Теперь Мишин поезд. Большой, огромный. Я тебе помогу. Давай. Я этого сделаю для понта. Ура! Миша, собрали. Дай тебе дорогу. Большая получилась. Два полотна такие. Что? Миша, а что поезд у вас везет? Уголь. Уголь? Класс. Вот какая железная дорога получилась. А тут у нас что, станция получилась? Да, здорово. А тут запасные пути стоят маневровые. В ожидании подсоединения. Вот это. А это большой путь? Большой путь? Можно и на большой его путь сделать. Да? Да. Вот здесь еще. А это будет? Ай, можно зайти. Вы куда пришли? Кафе. А что будете делать? Мы будем кушать. Кушать и отмечать Мишин день рождения. Да. Купаем в середину. Бабушке.
это тебе Дашенька, понравилось. Это мне подарок. Какая красота. А это я Женя. Привет. А Миша Жене сделал. Подружки. Скажи, Миша, что это такое? Даша, ты себе бабочку выбрал? Да? Ну, шатер вот этот вот. Так, стой. Даша, покажись. Бабочка. Какой крутой человек-паук, да? Мишка, классно. Миша, Миша, покажи. Покажись. Ты внимательнее покажи, там прям детализация вот такая. Вот так покажи, Миша. Давай теперь. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Миша, Миша! С днем рождения тебя! Сильнее, давай, давай, сильнее, сильнее. Сильнее. Еще сильнее. Ты че, Миша?